Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка. Чего ж там мы не выбьем? Я уверена. Вот чуйка у меня. Какая у тебя чуйка? В игре не выбьем. Вот был бы игромаркет, был бы вариант. Да, игромаркет это вообще, блин, разводилово, сука, тупорылое. Лучше разводилово, тут вообще тупо по губам будет. Да ему не привыкать. Ты вообще молчи, сука, тебя никто не спрашивал. Это тебе по жизни по губам водят, понял? Сука. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, госпожа Очевидность. Я в шоке. Добрый день. А я вообще в ахуе. И капитан Очевидность. Здравствуйте, друзья. Красавчик. Сегодня, друзья, у нас 6 тысяч кредитов. Которые мы сольем в никуда. Ну, блин, не начинай так, кисуля. Не надо вот этих вот, сука, неуспехов. Мы сегодня будем выбивать Киапа, если по-итальянски. Киапа трипл трит. Жопа тройная угроза. Так переводится дословно. Да. Ты сейчас постебался. Нет, если вообще смотреть, то Киапа с итальянского это жопа. Трипл трит это тройная угроза по-английски. Если вот так это, по-моему, так и было задумано, если так это все перевести, получается жопа тройная угроза. Лучше назвали как стиралку. Как стиралка? Какая? Стиральная машина по-испански. А, по-испански ла баба бахиня. Вот шикарно. Я когда-то изучал испанский, правда, большую часть не помню. Но когда-то, кстати, более-менее мог общаться на бытовые темы по-испански. Было такое, да. Видишь, мой полиглот. Давай, сливай 6 тысяч кредитов. Давай, я начинаю. Просто с 5 коробок золотой, ребята, просто. Да чё ты, кто там мне пишет? Я занят, сука, я умер. В смысле, наоборот, я жив. И поэтому я не хочу никому а ничего. Резиновая. Какая резиновая? Колбаска, что ли? Смотри, сразу, сука, сразу. Бля. Сразу по губам пошло. Сука, реально сразу по губам пошло. Глубоко и надежно. Да, как положено. Где-то здесь она колбаса была? Смотри, 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 сука, три часа. Да, подожди. Да, кто-то там еще что-то пишет, удачи тебе, братан. Я буду выбивать, мне похер. Бля, ну почему такие цены на донат? Ну, коробочка кредов 20 должна стоить, по уму да. Бля. Тарам-па-па-дам-па-да-ди-дам. Ноги вода, да, мой сладкий? 6 тысяч просрал. Да не, подожди, ну еще парочку закинем. Но вообще, я думаю, 6 должно хватить. Вообще, мне не нравится вот эта тенденция, то что как-то на повышение оно пошло. Говорят, процент не меняли. Не верю, честно, не верю. Потому что вот 2014, 15, даже 16 год вот... Вот реально падало с 3000 кредитов, ну почти гарантия. Любой донат 3000 кредитов падало вот стопудово. Сейчас же, сука, можно скрутить... Да нет, правда, это что, 24 тысячи я потратила на обычную версию этого. Короче, ну когда это? Ты в 17 году уже, наверное, крутила. А где-то в году 17-м. Ну вот, в 17-м все изменилось. До этого нормально было, как-то, сука, по справедливости. Да вообще жесть, да, вот реально так оно есть. Давай, ну пожалуйста, родненький, сука, навсегда. Че там за предложение у меня? Никаких предложений, сука, даже нету. Я думаю, хоть карту черного рынка, если что, потом можно будет отыграться. Ну как неинтересно, сука, это деньги уходят? Извините меня. Бля. Мне не пофигу, я хочу тяпу. Я... Кэп, ты будешь крутить? Ну, если честно, хотелось бы. Не, ну тогда денег больше надо, бля, если вы оба хотите. Ладно, на, крути, женщина, давай. Все, все остальное я. Ну почему там, ну ты чонку Кэпа оставишь? Да, давай. Сука, у меня печаль уже начинает потихоньку, так печаль начинает мое сердце закрывать. Женщина, пожалуйста, лучше, сука. Ебаный насос. Ах, бля, да. Молочный тебе помоги. Спонсор сегодняшнего выпуска — молочный улун с кусочками малины. Печали, да. В нашем случае. Печали, да. Пожалуйста, ну Чапа, ну родненькая, сука. У меня, кстати, в школе был одноклассник. Но фамилия была Чаплыгин, мы его Чапа называли. Нормальный парняга такой был, веселый. Сука. Ну бля, вот эта пушка вообще не веселая, Warface. Ну почему так, сука, в последнее время жопа горит от этой игры? Уже все устало, наел, бля, ну хоть радуйте, бля, маленькими этими. Ну ты не заслужил. Да что не заслужил? Что это? Я не заслужил. Да я вообще заслужил. Блин, я сколько я в эту игру закинул, блин. Некоторые небольшие игры такой бюджет не имеют на разработку, сколько я сюда закинул, сука. Вообще, блин, игроки Warface, им надо памятник просто ставить. Поименно, сука, всех донатеров, прям вот так вот, бля. С кактусом рядом. Ха-ха-ха, да. Давай, ебашь, блин, сейчас нормально все будет.
Ну, блин, ну вообще, сука, почасовая какая-то оплата, я не знаю. Почасовая и по губам. Да, по губам. Да, мне плохо на эту сука, у меня сейчас будет инфаркт миокарда, серьезно. Ну вообще, сука, несправедливая херня. Реально, слито, сука, 4700, раньше с 3000 кредитов все гарантированно упадало. А теперь тебе гарантированно будет по губам. Ну это ты, блин, накаркала, зачем ты так делала, блин, висячки свои, сука, махала. На следующий раз один буду крутить, сука, без адреса. Давай, блин. Давай, крути, пожалуйста. Тебе тонко намекали. Я, кстати, анекдот вспомнил. Короче, человек просыпается. Давай. Подожди, стой, сука. Тихо. Просыпается, короче, человек, вот, в больнице. К нему подходит врач, говорит, как вы себя чувствуете? Нормально, доктор. Скажите, как операция прошла? Доктор говорит ему, ну, я вас поздравляю, все отлично, вы теперь женщина. А этот такой говорит, какая нахрен женщина? Мне надо было аппендикс удалить. Ой, вам бабам, блин, не угодишь. Это прям история из жизни. Ну дай Кэпу покрутить, тысяча осталась, изверг. Да сука, вот я не знаю, блин, может моя рука, она тоже ничего так. У тебя клешня, а не рука, вот Кэп золотой килтэп. У Кэпа вообще, блядь, рук нету нахер, он... Большее количество доната тебе выбил Кэп. Ну вообще, может да, ладно, на. Попробую обеспечить. Молодец, давай, давай. Пожалуйста, сука, Кэпчик родненький, я тебя люблю, 1000 кредитов, блядь, давай. Давай коробочки, сука, крутись, открывайтесь. Ёбаный насос, давай еще. Давай, сука. Мне сейчас, сука, реально, у меня инсульт будет, бля, если ты, сука, не выбьешь. Это опять деньги закидывают, сука, это семейный бюджет. Ёпсель-мопсель-нагибопсель, я просто не знаю. Ну, это как так-то вообще, мэл? Ну, блин, ну, извините меня, 3000 рубасов, блин, куда они ушли, куда они не пришли, сука? Где моя чапа, блин? Чё это за проценты такие? Ёкараный бабай, бля, это опять закидывают, сука. Я эту пушку очень хочу просто. Привет, инсульт жопы! Да не плакай. Да чё не плакать, да блин? Вообще как девочка. Сам ты девочка, понял, Кэп? 6000 рубасов, блин. Они чё, блин, с неба мне падают? Они мне бесплатно достаются? Я тут, сука, сижу геморрой насиживаю, сука. Вот скоро вылезет по-любому нахер. Давай. Сука, это моё. Я имею право навсегда чапу. Ребят, я сейчас 6000 рубасов просто улетит, и нам даже карту черного рынка не дадут, а ее, кстати, не дают. Это будет просто, это будет феерический фейл мейла. Это будет на всю, весь мир, сука, будет знать. В принципе, так и так все знают, сука. Но так будет вообще показательно просто. Еще 3000, еще, то есть еще 6000. Да, детка, нагнуто! Нагнуто, наконец-то. Но все равно, сука, несправедливо. Итого считаем, почти 7000 кредитов ушло в очко. Никуда, в очко ушло. Понимаете? Только не докручивай. Не буду я ничего докручивать. Все, сука, я стопорнулся. 7000 кредитов ушло в очко. Это просто, сука, не... я счастлив, что я чапу выиграл. Но вот осадок остался. Да не в том дело, что золотую. Дело в том, что вот осадок остался. Да, я старался, да, я все делал. Но, сука, вот когда оно вот так совпало, сейчас уже как-то внутри вот нету этой той былой радости. Нету. Потому что 7000 кредитов просто. Добрый вечер. Где справедливость на свете, а? Чего ты не рад? Я выбил пушку, сидит, ноет. Не выбил пушку, сидел, ныл. Че такое с тобой сегодня? Ну, блин, ну как так-то, сука? Я думал, что 6, а еще баблосы закинул, сука, в эту игру. Жопа в косяк, это Warface. Да. Сверись, тряпка. Да. В общем, леди и джентльмены, другие подруги, я выбил свою чапу. Выбил же, да? Да, вот она, 100% и 11 дней еще. Вот. Не нравятся мне те проценты выпадения, которыми сейчас мейл нас в кавычках радует. Потому что, извините меня, ну это никакие ворота, блин. Ну раньше 3000, да, здравствуйте. Ну максимум 4000 кредов. Сейчас же 7000. Я мог, кстати, не выбить на самом деле. Это беспредел. Это такие вообще просто никуда. Люди не поймут. Нормальным людям скажут, никогда в жизни. Но мы как бы да. Вот. Сегодня с вами был Морти Тракутагин. Госпожа Очевидность, да. Очевидность? Да, плачущий Морти Тракутагин. Я не плачущий, сука. Я за справедливость, сука. Понимаешь? За... Работал бы ты в Mail.ru, люди бы пушки за 40 тысяч кредитов не выбивали, зная твои корни. Какие корни? Такие хорошие корни, конечно, но такие есть, знаешь... Да все бы люди выбивали, я бы количеством брал, не переживай. Да, да. У меня бы люди пушки...
За 2000 кредитов убивали. Да. Я бы лучше бабло вкладывал в распространение Warface. Конечно, ты бы вообще, а если президент, да. Там бы вообще расцвела страна. Ладно, всем прекрасного... Израиль бы расцвел, обещаю. Так и есть такое. Да. Всем прекрасного настроения, хорошего дня. И тем, кто будет выбивать, желаю огромнейшей удачи. Кэп! Пацаны, берегите свои деньги. Красавчик. Если данное видео вам понравилось, Что странно, да, потому что у меня лично горело просто нереально, то ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите, это обязательно, без этого, ребят, ну просто никуда. Яйцо почесал, мэйл, сука, пошел по справедливой дороге, донат валится, паблик нагибается. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.